Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». Марина Комиссарова на ваших экранах. Сегодня в выпуске. 90 лет на страже безопасности сотрудники Государственного пожарного надзора отметили свой профессиональный праздник. Тайны следствия, будни экспертов-криминалистов МВД в нашем сюжете. Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Рязанской области. Временно исполняющему обязанности главы региона вручили удостоверение кандидата. В среду был зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Рязанской области. Им стал Николай Любимов. В областном избиркоме временно исполняющему обязанности губернатора вручили удостоверение кандидата. Заседание избирательной комиссии области состоялось 19 июля. На повестке дня вопрос о регистрации первого кандидата на должность губернатора. Им стал Николай Любимов, который первым подал документы в избирком для регистрации на выборах. О результатах проверки документов отчитался секретарь облсбиркома. В соответствии с статьями 23 и 38 федерального закона и статьей 21 закона Рязанской области о выборах губернатора Рязанской области избирать комиссию Рязанской области постановляет зарегистрировать Любимова Николая Викторовича, 71 года рождения, место жительства города Рязань, место работы правительства Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области, выдвинутый Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом на должность губернатора Рязанской области. Муниципальный фильтр в Рязанской области составляет 7%, то есть нужно собрать 218 подписей. Свою поддержку Любимов предоставил 228 подписей депутатов и избранных глав муниципальных районов и городских округов. Все были признаны действительными. После доклада Любимову вручили удостоверение кандидата. Спасибо. Вам спасибо за личные документы. Спасибо. Любимов поблагодарил членов комиссии за кропотливую работу и заверил, что выборы будут конкурентными, а предвыборная борьба – честной и открытой. Конечно, она должна быть кампания честной достаточно. Не надо врать, не надо вливать друг на друга грязи. Но это зависит, конечно, от каждого кандидата. Вот со своей стороны хотел бы заверить, что у нас такой грязи и негатива в отношении иных кандидатов не будет. Каждому из кандидатов Николай Любимов пожелал предлагать что-то конкретное для области и стараться в ходе избирательной кампании это воплотить. На выборах 10 сентября конкуренцию ему могут составить еще 5 человек. Это Владимир Федоткин, Александр Шерин, Сергей Пупков, Александра Перехватова и Святослав Голубятников. Чтобы зарегистрироваться в кандидаты, все они должны подать документы до 26 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Белгородской областью. Соглашение предусматривает координацию взаимодействия сторон в сферах экономики, промышленного производства, науки и высоких технологий, транспорта и дорожного хозяйства, образования и здравоохранения, а также инвестиционной, предпринимательской и градостроительной деятельности. Регионы также будут сотрудничать в сферах культуры, туризма и спорта. Никогда не поздно и тем более не стыдно учиться. Если у наших коллег это так получается лучше пока, чем у нас многие вещи, мы должны учиться делать так же. Я думаю, что эта поездка нам показала, во-первых, что такое возможно, и мы это можем. На туристической базе «Серебряные пруды» сотрудники МЧС Рязанской области устроили для отдыхающих детей обучающее мероприятие. Подробности Роман Дворецков. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вот таким бодрым приветствием девочки и мальчики, отдыхающие в лагере «Серебряные пруды», встречали сотрудников МЧС. 19 июля для профильной смены работники Министерства чрезвычайных ситуаций устроили экскурсию, в которой представили спецсредства для тушения пожаров и ведения поисково-спасательных работ. На туристической базе «Серебряные пруды» в этом году появилась новая профильная смена «Юный пожарный спасатель». Сегодня здесь проходили основные правила поведения в пожароопасной ситуации, применяли на себя роль настоящих пожарных. Вывернул чеку спокойно, подбежал, забрал и начал тушить. Хорошо. Такая смена была придумана ГУ МЧС совместно с Министерством образования Рязанской области. Ребята получили уникальный шанс ознакомиться со службой сотрудников МЧС. Всего в профильной смене находится около 100 детей. Подобные смены мы будем проводить ежегодно. Выходим с этим предложением на Министерство образования, на Главное управление МЧС России. Потому что все эти мероприятия проводим совместно с ними. Но я думаю, дети тоже не в обиде за то, что здесь происходит. Особое внимание детей привлек к себе тепловизор. Его используют, чтобы найти очаги возгорания и быстро их устранить. Еще одним объектом восхищения стал скафандр для выполнения поисково-спасательных работ. Это специальный костюм МГК-1, предназначен для спасательных операций под водой именно зимой. Все в сумме снаряжения весит более 50 килограмм. И находиться в нем довольно тяжело.
Все ребята остались довольны прошедшим мероприятием. Кто-то смог улучшить свои навыки, а кто-то впервые примерял на себя форму пожарного. Вполне возможно, многие из этих ребят свяжут свою жизнь со службой спасения и станут профессионалами в своем деле. Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы МВД можно назвать уникальной и очень сложной. В любую погоду и в любое время суток они первыми выезжают на место происшествия вместе с оперативниками, чтобы успеть зафиксировать мельчайшие следы, оставленные преступником. 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан кабинет судебной экспертизы, первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. В те времена число проводимых экспертиз было достаточно ограниченным. Чаще всего они занимались исследованием разнообразных веществ и документов. Позднее стали появляться новые виды исследований. Специалисты начали применять в своей работе все большее количество научно-технических средств. Непосредственно с этим чемоданом каждый раз выезжаем на все осмотры места происшествия. То есть у каждого эксперта есть свой индивидуальный чемодан. В принципе, они все унифицированы, все во всех присутствуют одни и те же приборы, средства для изъятия вещественных доказательств. Практически ежедневно им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления. В своей работе они используют современные научно-технические знания. У нас есть специализированные аппаратные обеспечения, программное обеспечение, комплексы для клонирования информации. Для исследования мобильных устройств у нас есть специализированный программно-аппаратный комплекс УФЭД, специализированные стенды для исследования, извлечения информации, анализа и создания отчетов и заключений. Эксперта. Процедуры, благодаря которой, как мы знаем по фильмам, раскрываются практически любые преступления, на самом деле не так уж проста. Это кропотливый труд. Да, они обнаружили там вот он волосочек, там вернул к секе, засунули его пинцетом в пробирку, там его поболтали, помешали, ой, вот он там совпадение 100%, это Вася Иванов. На самом деле такого нету, до такого этапа еще не дошли. К тому же высока доля ответственности. На ошибку не имеет права никто из экспертов. Одна ошибка может сломать человеческую судьбу. Но данные, полученные в лаборатории, настолько ценны, что их используют в государственных масштабах. В нашей лаборатории осуществляется реализация 242-го федерального закона о государственной геномной регистрации в Российской Федерации. Да? О чем он у нас говорит? Проще можно выразить так, что гены всех самых опасных преступников у нас будут взяты на контроль. Без экспертов-криминалистов не обходится и в сфере экономических преступлений. Часто главной уликой против взяточников являются аудиозаписи некоторых разговоров. Это оперативные записи, которые нам предоставляет оперативная служба. И это всегда записи телефонов, переговоров, либо это записи, полученные оперативным путем, записанные на диктофон. А в чем сложность идентификации? Голос немножко трансформируется, да, на таких аудио? Да, все зависит от канала связи. При этом коварные преступники почти всегда используют кодовые и шифровые слова, и эксперты фоноскопического направления в буквальном смысле разгадывают шарады и ребусы. Допустим, при обсуждении передачи наркотических средств часто преступники не используют открыто наименование наркотиков, а используют узкую специальную лексику. Используется жаргон, используется арго. И задача лингвистической экспертизы установить, говорили ли они, допустим, о наркотиках или просто они продавали какие-либо билеты. Основные задачи эксперта-криминалиста – собрать и исследовать улики с места преступления, следы крови, обуви, отпечатки пальцев, предметы, которые могут оказаться важными вещественными доказательствами, осмотреть повреждения на телах пострадавших и погибших. Доскональное исследование улик проводится уже в лаборатории. Существует множество видов экспертиз, которые помогают воссоздать картину преступления, идентифицировать орудие преступления, опознать преступника и его жертву. Здесь, в комнате хранения оружия ЭКЦ, практически вся криминальная история Рязани. С каждым экземпляром связано свое преступление. Образцы, представленные здесь, изымают криминалисты и исследуют, а после помещают снова сюда, в комнату хранения. Каждый из них может стать дополнительным инструментом при расследовании нового преступления. Данное оружие у нас используется как в производстве экспертиз, то есть при, скажем так, когда какое-то оружие приходит у нас на исследование, мы сразу сравниваем с теми, что у нас имеется. Ну, это, как вы сами понимаете, часть оружия, то есть у нас практически весь
все виды оружия, ходовые, которые были до войны, после войны, все здесь имеется. Также данное оружие используется, когда приходят какой-то, скажем так, различные патроны, чтобы проверить их пригодность к стрельбе, отстрелять данные патроны, также используется данное оружие. Уникальные ружья, таких больше нет в обороте, да и найти их можно только в частных коллекциях. Ружья 18 века, что называется, популярные автоматы Калашникова и многое другое. Все это хранится здесь, в ЭКЦ, Министерство внутренних дел. Ни один музей не похвастается таким собранием. Коллекция эта, скажем так, на протяжении долгих лет собиралась. Большая часть это где-то начиная с 90-х годов, то есть когда наибольшее в России шел, скажем так, криминализация. Ну и в наше время тоже, в принципе, поток не уменьшается оружие. Также у нас в коллекции очень, скажем так, вещи, которые являются эксклюзивными. То есть немецкие образцы, то есть, которые еще в Германии приводились после войны, послевоенное оружие. То есть различные, даже дуэльные пистолеты, различные у нас револьверы Смит & Вессон. То есть, скажем так, то оружие, которое показывают в фильмах про ковбоев, практически вот это вот оно самое и есть. Но все это оружие вовсе не гордость коллекционеров. Это результат и одновременно инструмент для новых исследований многих поколений экспертов. Тех, чья работа, незримая нам, становится основой для раскрытия самых запутанных и самых сложных преступлений. Государственный пожарный надзор в России – это сильная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Для выполнения этой задачи сотрудники ГПН регулярно проводят различные профилактические акции, следят за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, обучают население правилам обращения с первичными средствами пожаротушения, выясняют причины, в результате которых произошел пожар. Всех функций, возложенных на органы ГПН, не перечислить. В этом году служба отмечает свой юбилей. Прошедший вторник свой юбилей отметил Государственный пожарный надзор. 18 июля 1927 года в РСФСР утверждено положение о Государственном пожарном надзоре. Уже на протяжении 90 лет основной задачей Государственного пожарного надзора является защита жизни и здоровья граждан от пожаров и их последствий. За эти годы ведомством была проделана огромная работа, накоплен бесценный опыт по борьбе с пожарами и их устранению. Только на территории Рязанской области за последние 16 лет уменьшилось количество пожаров с 2300 до 873. Количество пожаров и погибших при них людей – самый объективный показатель эффективности деятельности Государственного пожарного надзора. Благодаря принятым мерам в Рязанской области сложилась позитивная динамика развития обстановки с пожарами и последствиями от них. На мероприятии чествовали как ветеранов, так и действующих работников Госпожарнадзора. Отличившихся сотрудников наградили медалями и ценными подарками. За все время существования ведомства предотвращены сотни пожаров. Это работа тяжелая и ответственная, что называется, для настоящих мужчин. Но, на удивление многим, от своих коллег не отстают и представительницы слабого пола. Лучше предупредить пожар, нежели потом справляться с такими сложностями, как тушение пожаров. Поэтому, я думаю, это очень важная работа, очень важная профессия. Безусловно, современная система государственного пожарного надзора, постоянно совершенствуясь и развиваясь, претерпела существенные изменения. Однако много еще предстоит сделать, чтобы жизнь простых граждан была спокойнее и безопаснее. В Рязани полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в серии уличных мошенничеств. 24-летнюю рязанку подозревают в том, что на улицах города под предлогом снятия порчи она подходила к прохожим и похищала у них золотые украшения. Хиромантия, чтение ауры. Уличные гадалки всегда смогут найти способ, чтобы привлечь внимание прохожего. Страшная порча или сглаз, который тянется через поколения. Чтобы снять проклятие, понадобится всего ничего. Несколько тысяч рублей. Благодаря пропаганде подобных случаев в СМИ, жители страны стали куда осторожнее в подобных делах. Большинство понимает, что это очередные мошенники. Но злоумышленники не стоят на месте. Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по железнодорожному району Рязани заметили, что одна из жительниц Рязани стала часто сбывать небольшие золотые украшения. Полицейские обратили на это пристальное внимание и выяснили, что, возможно, золотые изделия крадены или добыты мошенническим путем. В это время в полицию обратилась 51-летняя жительница Рязанской области, которая сообщила, что на Московском шоссе незнакомка под видом снятия порчи забрала и не вернула ей золотой браслет и серебряное кольцо. Приметы злоумышленницы
описанные пострадавшей женщиной, и внешность подозрительной рязанки совпадали. Злоумышленницу задержали. По словам задержанной, гадать она не умела. Под благовидным предлогом она начинала разговор с прохожими женщинами. В ходе беседы злоумышленница предлагала снять порчу и для этого просила какое-нибудь золотое украшение. Завладев им, женщина обещала вернуть его позже, а после бесследно исчезала. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По словам задержанной, она причастна к 7 подобным эпизодам. Сотрудники полиции предполагают, что количество случаев мошенничества было больше. Отдел МВД России по железнодорожному району города Рязани обращается к жителям региона с просьбой. Если вы пострадали от действий злоумышленницы, сообщите об этом в полицию по телефонам 29 94 18 или 02. 19 июля 1825 года была сделана первая, самая древняя сохранившаяся фотография. На снимке запечатлен мальчик, ведущий под уздцы коня. Фотография до сих пор популярна, и сегодня в библиотеке Есенина открылась новая выставка, на которой автор зафиксировал современных железных коней и их владельцев. Ветер в лицо, радость и свобода, бескрайние просторы вокруг и верные друзья рядом. Все это рязанские фотографы попытались передать на фотоработах, посвященных байкерам. Три автора объединились для того, чтобы познакомить рязанцев поближе не только с современной, красивой, мощной техникой, но и с людьми, которые посвящают мотоциклам большую часть своей жизни. Идея создания подобной выставки принадлежит Андрею Кареву. Когда-то он и сам увлекался ездой на мотоцикле. Правда, тогда их не называли байками, но возможности перед своими обладателями они открывали огромные. Например, можно было проехать в труднодоступное место. Сегодня изменилось многое. Уединенных мест, куда пробраться можно только мотоциклистам, поубавилось, а любители мототехники стали объединяться в специальные сообщества – байкерские клубы. Кто-то относится к байкерам с интересом, другие – настороженно, но стоит только один раз пообщаться с ними. Сразу становится ясно, что это за люди. Знаете, когда я первый раз показал вот эти фотографии, наш тогдашний глава нашего союза фотохудожников сказал, что они такие у тебя все романтичные. Вот на самом деле, вот если вы попадете на это мероприятие, увидите, что более доброжелательных, более приятных в общении людей найти достаточно сложно. Сегодня для Андрея Карева мотоциклы остались в прошлом, а вот для его соавторов Ксении Фокиной и Светланы Бирюковой байки в будущем и даже настоящем. Я наконец-то решила исполнить детскую мечту и купить мотоцикл. И меня пригласили, говорят, поехали посмотришь, что хоть это такое на самом деле. Ну, я приехала, пофотографировала, очень понравилось, познакомилась с людьми, посмотрела на мотоциклы, посмотрела вообще на все это, на атмосферу, на эту дружественную какую-то, искреннюю. Так вот и села на свой мотоцикл. Елену интересуют не только люди, но и машины. Их порой грозный вид, мелкие, но невероятно брутальные детали. А вот Андрея Карева больше интересуют люди. Я люблю снимать людей, причем я люблю снимать людей, когда они вот в такой ситуации. Вот, одна из моих выставок, самых больших, это по нашествию была, допустим. То есть вот, когда люди собираются, они готовы к съемке, они тебе, можно сказать, позируют, они раскрываются, это очень интересно. Насколько фотографам удалось передать атмосферу байкерского сообщества, пришли оценить герои фотографии. Частично скажу так, да. Ну, в основном вот фотографии колонны я смотрю, сбор колонны, отъезд. А самое основное раскрытие лиц, это будет когда вот момент мероприятия, там, концерта, вот, отдых. Вот тогда, да, там полностью раскрытие происходит. Наверняка у рязанских фотографов будет еще не один повод побывать на подобных мероприятиях и от души, а может быть больше для души, поработать, пытаясь уловить те самые мгновения, которые и раскрывают душу, причем не только человека, но и техники. Выставка «Ветер в спину» будет работать на первом этаже библиотеки имени Сергея Есенина до 17 августа. Необычные, пожалуй, даже уникальные кражи в области города продолжаются. В одном из населенных пунктов неподалеку от Рязани украли динозавра. Подробнее Валерий Седов. С осени прошлого года в селе Дубровичи Рязанской области жил настоящий динозавр. Высотой более 2 метра, а в длину еще больше – целых 3. Он жил недалеко от главной дороги, и любой желающий мог его увидеть и даже сфотографировать. В еде он был неприхотлив. Динозавру дали имя Антон. Все жители села, да и приезжие люди, любили этого здоровяка. Но 16 июля произошло преступление, аналогов которому в Рязани еще не было. Антона похитили. Видимо, кому-то очень сильно понадобился 2-метровый.
3-метровый динозавр из проволоки. Да-да, большое страшное существо было сделано в кузнице. Создал его Василий Карпов. Но у нас зимой в межсезонье, вот, чтобы времени терять, как бы жизнь день не проходила, мы решили из проволоки сделать динозавра. Динозавр и черепаху. Черепаху передали в детский сад, на радость ребятам. Над динозавром Василий Карпов работал около 2 недель. Ему на спину приварили буквы «Кузня» и установили на вагончике шиномонтажа, находящегося напротив кузницы. Динозавр стал служить отличной рекламой. Теперь он пропал. На его исчезновение уже отреагировали местные жители. «Любая помощь бесценна. Нашедшего отблагодарим по-братски», – пишут они в социальных сетях. Да мне жалко, что просто вот красивая такая штука необычная в Дубровичах была. Вот как бы село... А его кто-то взял вот себе на дачу уволок, я думаю. Василий Карпов не отчаивается, ведь впереди еще много необычных проектов. Я думаю, мы сделаем динозавров побольше, получше. Он там будет сидеть и кладку выслеживать. То есть динозавров в Дубровичах не переведут. А пока остается надеяться на то, что Антон вернется обратно. На этом у меня все. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?